Самые свирепые цитаты Чингисхана. Чингисхан был знаменитым воином-правителем Монголии. Он объединил множество кочевых племен, чтобы объединить Монголию, а затем распространил свою империю по всей Азии. Величайшая работа мужчины – сломить своих врагов, прогнать их перед собой, отобрать у них все, что принадлежало им, услышать плач тех, кто лелеял их, взять их лошадей между колен и сжать в объятиях самую желанную из их женщин. Тех, кто был искусными и храбрыми молодцами, я сделал военачальниками. Тех, кто был быстр и ловок, я сделал пастухами лошадей. Тем, кто не был искусен, я дал маленький хлыст и отправил быть пастухами. Если ты боишься, не делай этого. Если ты это делаешь, не бойся. Если ложь может показать правду, она может быть правдой. Она может вызвать правду, поэтому я могу построить империю на лжи, но это правда. До тех пор, пока вы, братья, поддерживаете друг друга и оказываете друг другу помощь, ваши враги никогда не смогут одержать победу над вами. Я ненавижу роскошь. Я проявляю умеренность. Вам будет легко забыть о своем видении и цели, если у вас есть прекрасная одежда, быстрые лошади и красивые женщины. В этом случае ты будешь ничем не лучше раба, и ты наверняка потеряешь все. Как Бог дал разные пальцы на руку, так и людям Он дал разные пути. Помни, у тебя нет спутников, кроме твоей тени. Ни в чем нет добра, пока оно не закончено. Действие, совершенное в гневе, это действие, обреченное на провал. Заслуга в действии заключается в том, чтобы довести его до конца. Без видения цели человек не может управлять своей собственной жизнью, не говоря уже о жизни других. Если ты оскорбляешь мать, которая отдала тебе жизнь от всего сердца, если ты заставляешь ее любовь к тебе замерзнуть, даже если ты извинишься перед ней позже, ущерб будет нанесен. Даже могучий воин не может сломать хрупкую стрелу, когда она размножается и поддерживается своими собратьями. Когда было сыро, мы вместе переносили сырость. Когда было холодно, мы вместе переносили холод. Небо назначило меня править всеми народами, ибо до сих пор в степях не было порядка. С помощью небес я завоевал для вас огромную империю. Но моя жизнь была слишком коротка, чтобы добиться завоевания мира. Будьте единодушны в вере, чтобы победить своих врагов и прожить долгую и счастливую жизнь. Это удивительный краткий обзор жизни Чингисхана. Основатель Монгольской империи, он оказал широкое и длительное влияние на цивилизации как на Востоке, так и на Западе. Что еще более примечательно, он смог добиться этого, имея около 100 000 человек,
что сделало его одним из самых успешных военачальников, которых когда-либо знал мир.